Так, есть вот такое окошко, стена из гипсокартона. Гипсокартоном анкос сделать не хочу, хочу его отштукатурить. Прибил кусочек гипсокартончика, так, чтобы разрыва не было от этого. Это сбоку. Сверху пенополистиролом пропенил, ну, что-то так вот захотелось. Так, сейчас установил подоконник. Установил перфоугол. Поставил. Ровно все по уровню. Берем вот такой вот лекальцы, упираем в раму окна. Вторая сторона перфоугол, сантиметрик буквально на раму заходим. Вот, вот такой вот лекальцы. С этой стороны также переворачиваем, и все универсально. Наверх, на откос, все то же самое. Видите, да, там буквально сантиметрик на раму. Вот, набросал ротбонда. Упираем перфоохолодчик в раму и стягиваем. Получается ровненький откосик, ровненько, без маяков. Так, вот тут же оштукатурен этим лекальцем. Окошечко вот уже подтянулось, видите, ровненько, все четенько. Также вверху, под этот же размер, тоже сантиметрик на раму. Вот эти вот места вверху, это когда подтянется растворчик, вот это вот место. Вот это вот, внизу. Возьмем обычный шпатель и потом по плоскости, когда подтянется, протянем. И все отлично будет. Вот это место, вот это тоже все поподтягивается. Вот такое окошко. А вот уже окошко у нас отштукатурено, пошпаклевано и покрашено. Ничего нигде не лопнуло, ничего нигде не отошло. Смело можно делать, все будет стоять долго, на века.